Всем привет, с вами Макс, и сегодня мы будем открывать машину под названием Micro Racers. Давай, открывай, посмотрим, что там у нас за машина такая. Ух ты, что разлетелось. Показывай, что там такое, что у тебя там за машина. У нас в наборе одна машина. Две запасных батареи и отвертка, чтобы менять. Ну, доставай, батарею. Показывай все, что там. Вот, машинка, батарейки есть, да, запасные. И отвертка, чтобы их менять. Да, вот. Можно откручивать, да, здесь и менять. Я включаю. Давай, это пока нам не надо. Включать. Да, вот это включатель, наверное. Ну, давай, включай, посмотрим, как оно. Ездит. Так, да. Сама вот. Поворачивает. Ну такая, да, прикольная машинка. Можно руку подставлять, и она сама. Подставлять руку, можно взять несколько и устраивать гонки даже. Ага. Вот так. Или построить какую-то трассу для нее из Лего, например, да, лабиринт. Лабиринт. И чтобы она ездила по ней. Давай будем делать лабиринт. Ну, давай попробуем, да. Получилась такая трасса. Сейчас попробуем запустить и посмотрим, как она будет ехать. Быстрее начал. Вот так вот. И к финишу. Ну, все, финишировали. Давай, отключай. Вот, в принципе, можно попробовать найти больше Лего и построить трассу побольше. Возможно, попробуем потом снять еще одно видео, если найдем больше конструкторов, поищем больше деталей и сделаем трассу какую-то побольше, поинтереснее. Ну а пока все, да. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наше видео. Всем да. Пока. Всем пока.